По всей стране тысячи неравнодушных людей помогают бойцам на передовой. Так супруги Ильясовы из Махачкалы готовят к отправке на СВО маскировочные сети. Плетенные заботливыми руками, они спасают жизни наших ребят, маскируют технику и окопы. Тему продолжит Патимат Гасанова. Супруги Ильясовы не первый раз помогают фронту. В прошлом году они отправили в зону боевых действий свыше 9000 окопных свечей. Изготавливали в домашних условиях. Сейчас делают своими руками маскировочные сети. Это уже 22-е полотно. Я ездила сама с гуманитарной помощью. И была в окопах, раздавала гуманитарную помощь. Я почувствовала, как им там тяжело. Процесс создания сетей трудоемкий. Нужно сплести основу, затем нарезать на ленты материал. Чтобы ускорить работу, плетут всей семьей. На помощь приходят и соседи. День коллективной работы и маскировка 3×3 готова. Сами бойцы приезжают, забирают к нам. Мы сами отправляем, кто ездит на СВО. Свои знакомые отправляем, которые там воюют, через кто едет. Деньги на все необходимые материалы собирали учащиеся и педагоги Аверьяновской школы Кизлярского района. В их школе собрали деньги, 45 тысяч. Вот мы на эти деньги делаем их. А надо показать ученикам, что результат работы, чтобы дети были довольны тем, что они сделали. За 3 месяца сплели уже 180 квадратных метров защитных сетей. Бойцы на фронте тепло благодарят. Вам огромное спасибо. Вы очень помогаете нам, очень помогаете фронту. У супругов Ильясовых сегодня гости. Председатель Союза женщин Дагестана и вдовы участников специальной военной операции пришли помочь в этом благородном и важном деле. Если хоть чем-то, хоть маленькой своим делом мы сможем помочь нашим ребятам на передовой, я думаю, мы можем согласиться с нашей совестью. Совестью тем, что мы в долгу перед Родиной, перед теми, которые сегодня ценой жизни защищают наш покой. Там, в зоне спецоперации, находятся знакомые и друзья семьи Ильясовых. И это самое малое, что можно сделать для них здесь. Больше спаси наших ребят, помочь им. Бескорыстно хочется помочь, но зная, как им там тяжело. Патимат Гасанова, Саид Кутиев, Рамазан Амаров и Юсуп Газиамаров. Время новостей.